трудом едина молодежь профсоюзов. Этот девиз в седьмой раз собрал участников Международного молодежного профсоюзного форума «Темп». На этот раз в Беларусь приехали представители профсоюзов из Азербайджана, Вьетнама, Кыргызстана, Монголии, Китая, Таджикистана, Сирии, Турции, Узбекистана, а также ряда других международных профсоюзных объединений. В рамках таких мероприятий «Темп» – трудом едина молодежь профсоюзов. Мы обмениваемся опытом, сплачиваемся, ну и самое главное, рассказываем о Республике Беларусь, посещаем промышленное предприятие, ну и самое главное, рассказываем о том, насколько мы умеем чтить историю Республики Беларусь, ну и очень символично, что сегодня в рамках этого форума мы находимся на Брестской земле. Форум проходит накануне 80-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. И эта памятная дата важна не только для нашей страны. Поэтому большая часть программы форума посвящена именно этой теме. В рамках мероприятия участники «Темпа» посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», а после поработали на строительстве Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Бресте. Сильная половина участников активно орудовала лопатами, а девушки, взяв в руки метлы, приступили к уборке территории. И несмотря на то, что они на данном строительном объекте впервые, выполняли все поставленные задачи не для галочки, понимая всю значимость своего участия в проекте. Прибыла на форум «Темп» в первый раз. Впечатлений очень-очень много, и особенно хочется отметить то мероприятие, в котором мы принимаем сегодня участие. Вот эта патриотическая работа, которая проводится, она является своего рода мостом между нашими культурами, нашими поколениями, молодежью из разных регионов, республик, стран, и на самом деле вносит неоценимый вклад в то содружество, сотрудничество, в наши те крепкие международные отношения, к которым мы все прикладываем руку для того, чтобы их укрепить, усилить и построить лучшее будущее. В данном форуме мы узнали очень много о вашей истории, которую мы читали в книгах, но подробно мы тут увидели всю эту красоту. Но, с другой стороны, история показывает нам то, что здесь происходили ужасные события. Важно отметить то, что мы закладываем это все вместе, то есть единство наше здесь в первую очередь отмечается. И то, что тут закладывают все вместе, это очень хорошо, чтобы это как наглядный пример того, чтобы всегда во всем мире была дружба. Международный профсоюзный молодежный форум «Темп» продлится до конца недели. У участников впереди еще знакомство с историей и современными достижениями Беларуси, обмен лучшими практиками работы в сфере молодежной политики, тренинги, дискуссии, которые юношам и девушкам запомнятся надолго.